Хорош! Морозным субботним утром есть проверенный способ согреться. Это спорт. Ну и, разумеется, плюсом для любых спортивных мероприятий является шаговая доступность. В достаточно новом микрорайоне Богородский игровая спортивная площадка установлена прямо во дворе, на радость местным футболистам. Однако впервые ее используют для открытых соревнований. В рамках реализации проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Богородском прошел турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Я вам сегодня желаю, пусть победит самый сильный из вас, я имею в виду из команд. Ну и, конечно, всем хорошего настроения. И чтобы сегодня у вас хорошо прошел этот день. Удачи вам! Спорт – это у нас будущее наше. Спорт – это то, что нас с вами сближает. А самое главное, вот то мероприятие, которое проводит на сегодняшний день наш депутат, это действительно знаковое событие. И для микрорайона Богородский, Щелковый 7, потому что раньше такого не было. Ну это благодаря чему? Благодаря тому, что у нас все-таки молодежь сейчас, я считаю, ориентирована больше на здоровый образ жизни. Благодаря тому, что есть такие площадки, где можно проводить эти соревнования. И у нас в районе и области реализуется программа «Губернатор благоустройства территории». Ну и нашим активным депутатам, которые независимо от того, допустим, есть это в плане администрации или нет, у нас вот такое замечательное мероприятие. Участие в турнире приняли 7 команд, в том числе и гости из соседа Щелковского района города Мытища. В первом же матче победу одержали хозяева поля, команда микрорайона Богородский. Впечатление очень хорошее. Ждали этого турнира долго. Ну, я немножко болел, вот лечился неделю. Наконец-то выздоровел, вот рад, что участвую. И рад, что победили. Большинство участников турнира – любители, увлекаются футболом с детства. И присоединиться в далеко не теплую погоду к любимой игре их мотивирует спортивный азарт. Встреча со старыми друзьями, ну и побеждать, конечно, приятно. Главное не победа, а, конечно же, участие. Но призы получать, согласитесь, все равно приятно. Так, в сегодняшнем турнире по дворовому футболу главным призом станет вот такой мяч с автографом знаменитого футболиста Алексея Смертина. Главный приз достался команде «Торпедо» из Мальцева. В перспективе и участники, и организаторы надеются, что этот турнир, проведенный впервые, станет хорошей традицией, и повторные соревнования пройдут уже летом этого года. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».